Ты очень правильный. Тебе помогает это жить? Или постоянно не хочешь ошибаться, но если это произошло, в твоем сердце нет покоя и звучит вопрос. Как я могла так сделать, так поступить? Ты истязаешь себя и мучаешь? Тогда тебе ко Христу прийти и упасть на колени и признать свое бессилие и несовершенство свое. И Он понесет, и понес уже, всю немощь нашу на кресте. Он освободил нас еще тогда от чувства вины. Он освободил от осуждения и от идеальности освободил. Он дал возможность быть настоящими, разбить колени, не боясь. Царские покои, войдите, каждому говорит, будьте сынами и дочками и перестаньте достигать. Перестаньте бегать дистанцию под названием «жизнь». Просто войдите в покой и получите мир. Просто будьте детьми Божьими и познавайте Отца. Войдите в шалом и погрузитесь в Божью любовь сполна. Будьте настоящими в этом мире лжи. Сбросьте маски фальши, которые есть в арсенале на каждый день. Пусть лицемерие оставит нас. Только Господь даст смелость правду с любовью сказать. Давайте жить в благодати, которую Он нам дал. Дал нам то, что не заслужили. Не по нашим делам, а потому что Он – любовь безусловная, и Его, ею мы поглощены, потому что Он – Бог совершенный, и только Он – причина нашего спасения и наших перемен.